Прокуратурой Захаровского района проведена проверка соблюдения законодательства о недрах и об охране окружающей среды. В ходе проверки установлен факт самовольной добычи песка из карьера, расположенного недалеко от села Захарова. Добыча песка осуществлялась с использованием спецтехники. В результате проведенных работ было выведено около 50 кубических метров песка. По результатам проведенной проверки прокуратурой Захаровского района в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере строительства и ремонта дорог, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.3 КОАП РФ, пользование недрами без лицензии на пользование недрами. Материалы производства направлены в Министерство природопользования по Рязанской области для рассмотрения по существу.